24 октября в лаборатории «Нейротренд» Казанского федерального университета начался новый эксперимент. Студенты Института управления экономики и финансов проводят исследование, которое поможет преподавателям вузов в создании обучающих видеороликов и лекций. Как это работает? С помощью высокочувствительных датчиков определяется точка, на которую направлено внимание зрителя. Так просматриваются несколько десятков видеороликов разного хронометража и содержания. После практической части студентам и преподавателям предстоит большая работа по анализу результатов. Эти знания помогут создавать более качественный видеопродукт для дальнейшего использования в образовательных целях. Участники уже применяют свои наработки для воплощения своих научно-исследовательских работ. Проект коллаборации, когда объединяются индустриальные партнеры и высшее учебное заведение. А поскольку Казанский федеральный университет – это один из крупнейших вузов России, и здесь созданы все условия для того, чтобы синтезировать науку и практику, и вот благодаря нашему партнерству с Нейротрендом, с индустриальным партнером, мы позволили себе вот сделать такую лабораторию, где мы можем проводить исследование любого видеоконтента. Это не только реклама, это любой видеоконтент. Все, что можно померить через глаза и через мозги, через вегетатику, мы все это можем сделать. Мы занимаемся нейромаркетинговыми исследованиями и изучаем влияние рекламы, трейлеров, вообще разного формата видеосегмента и других вещей на человека. Это огромная ответственность, и это нереально крутой проект. Для качественного проведения эксперимента и чистоты результатов создаются все условия. Опытные наставники и новейшее технологическое оборудование позволяют отследить реакции человека. В 21 веке особый интерес вызывают нейротехнологии и их использование для создания и анализа рекламы. Поэтому ключевой задачей самой лаборатории становится привлечение молодых ученых к исследовательской деятельности. Стоит отметить, что результаты экспериментов применяются в экономике и маркетинге не только на территории Республики Татарстан, но и других регионов России. Мы принимали участие в Казан Digital Week. Это специальный форум, организованный и посвященный цифровым технологиям. В нашей постоянной секции, в которой выступала наша заведующая кафедрой Наталья Валерьевна, мы активно принимали участие группой. Я, как самый активный, пытался быть вовлеченным в процесс, задавал вопросы и получил приглашение от директора Нейротренда на стажировку в Москву, в компанию Нейротренд. Это будет преддипломная стажировка непосредственно в Москве. Я являюсь активным участником данного кружка все два года, сколько учусь в КФУ. И участие в данном кружке помогло мне выбрать профиль на свой третий и четвертый курс, а также я уже понимаю, о чем буду писать свою дипломную работу. В первом семестре первого курса нам рассказывали о возможностях, которые дает КФУ. Одним из них было участие в научных кружках, и как только рассказали о кружке нейромаркетинга, меня сразу заинтересовал он, и я решил сюда прийти. Мне тут очень понравилось, поэтому я тут до сих пор нахожусь. Казанский федеральный университет является драйвером инновационного развития республики. Лаборатория «Нейротренд» соответствует требованиям мирового рынка. Сочетание уникального оборудования, собственных методик и ведущих экспертов в своем деле позволяют создать уникальную научную основу для развития отечественных нейротехнологий в Татарстане. Изучение рекламы и маркетинга в рамках исследований дает возможность проанализировать современный рынок. Студенты получают ценный опыт для повышения профессиональных навыков и знаний. Николай Суховский, Елизавета Газизянова, Александр Кузнецов, Универньюз.